Чувашская государственная академическая симфоническая капелла открыла 52-й сезон. Первый осенний концерт посвятили творчеству Микаэла Таривердеева, автора музыки к легендарным фильмам «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы». Его мелодии узнаваемы с первых нот. Их удивительная проникновенность вызывает светлую печаль, щемящую до слез грусть. Микаэль Таривердеев – целая эпоха в советской музыке. Он всегда писал только то, что слышал внутри себя. Наша цель не удивить, а подарить наши сердца нашим зрителям. Попытаться рассказать им какую-то тайну. Так что там тайна? Вся наша жизнь – сплошной сюрприз. И поэтому музыка Таривердеева, Михаила Леоновича, я думаю, нам поможет сегодня. Скрипичная группа, медная, духовая, ударные, арфа и орган. У симфонической капеллы богатый арсенал. Только в оркестре задействовано 70 музыкантов. Анжелика Сидорова, флейтистка, признается, исполнять такую музыку всегда приятно. Михаил Таривердеев это принес, так сказать, в народ просто мелодичное произведение. Его стиль, он просто от всех отличается, от всех композиторов отличается. Кстати, это самый мой любимый композитор. Я вообще мечтала, чтобы всегда, чтобы наш оркестр исполнил его произведение. И это чудо просто свершилось. Ольга Болотова пришла на концерт со всей семьей. Говорит, словно окунулась в детство. Я, в общем, музыкант по профессии, поэтому, будучи еще молодой, подбирала эту музыку с великим удовольствием на фортепиано, ну, потому что это было очень красиво. И, не знаю, запало в душу. Ветер, сотканный из музыки и приятных воспоминаний, положил начало большой концертной программе, которая ждет ценителей музыки в течение года. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.